нас опять новая сбитая собака. Пока я не понимаю, что у нее, что с ним. Это мальчик. Ну, тут, скорее всего, отбита задняя часть, переломли. Самое важное, чтобы не были задеты внутренности собаки, да, то есть если есть какие-то внутренние разрывы, то это уже все сложно. Милый, ну, малыш. Ой, и опять получается то, что, ну, собака-то не маленькая, да, не увидеть большую собаку, это уже получается просто идиоты, которые едут, они специально совершают свои действия. И таких, извините меня за выражение, их просто надо принудительно заставлять оплачивать лечение этих собак. Тогда в России, может быть, хоть кто-то что-то, что-то задумается. Ну, а я буду забирать сейчас собаку, потому что, ну, в беде я его не оставлю, не брошу. Ну, и как всегда, я буду, конечно, обращаться к вам за помощью, мои дорогие. Без вас мы не справимся. Съездила я, купила препараты для рыжего, для рыжей собаки. Сейчас, чтобы ему первое время обезболить, вывести его из состояния шока, потому что, ну, кобель как бы даже не может почему-то ступить даже на передние лапы. Ну, тут нужна экстренно, конечно, госпитализация, экстренно что-то делать. А экстренно у меня сейчас не получится, потому что у меня сегодня приют. Сейчас я съезжу в приют, а потом тогда я уже буду, наверное, куда-то собаку везти, куда я не знаю, пока вообще я просто не понимаю. Мне когда прислали с утра фото собаки, и люди просили помощи, знаете, я просто сидела и плакала. Плакала от бессилия. Я просто плачу от того, что я бессильна. Я бессильна в этой ситуации. Я не могу проехать мимо. Кто хоть раз заглядывал собаке в глаза, просящей помощи, тот меня поймет. Поймет, как это сложно, как это мучительно, больно. А я просто не знаю. Если не оказать ему помощи, значит, не быть мне тем человеком. Значит, я уже буду считать себя не человеком. Каждый человек должен давать шанс, пробовать, пытаться помочь животному, которое остро нуждается в нас. В нас, именно в людях. Не бойся ты, Фельдчик, не бойся, мы тебе помощь оказываем. Солнышко, не бойся, мама. Сладуйся. Совсем все плохо. Ношу одной рукой. Я уже не понимаю ваших тяжестей. Не бойся. Не переживай, не бойся.
все. Приедем в клинику, да? Нам надо успеть до 8 часов. Сейчас Наташа помчу. Филя у нас осмотрен, нет, все снимки, рентгены, это до завтра, оставляю его тоже на стационаре, чувствительность в лапках вроде бы есть, самое главное, чтобы не был он спинальником, если это будет пятый спинальник, значит у меня уже просто... В общем, без вашей помощи, как всегда, да, я обращаюсь к вам. Слез уже нету, уже нарыдалась, наплакалась. В этом городе я одна. Иногда задаю вопрос, для чего у нас существует приют, который сказал, что хотите, то и делайте. Нам как-то все равно. Девчонки, да, я понимаю, что нагрузка месяца жуткая. Один рыжик шарик, сейчас Филя. Но я очень прошу не пройти мимо нашей беды. Помочь Филе. Филе уже достаточно взрослый пес. Сейчас будет решаться вопрос о стационаре Филе. Филе очень нервничает, переживает. Ему, конечно, очень больно. Видите, что у него тут очень большая гематома в области позвоночника. Главное, чтобы он не был задет позвоночник, потому что я без вас не справлюсь. Сегодня после... полученного звонка я первый раз в жизни я просто сказала, что дайте мне время. Первый раз в жизни я минут 30 я просто приводила свои мысли в порядок. Я не понимала, ехать мне, не ехать к данной собаке. Но, глядя на фотографию, я понимала, что ему нужна помощь. Мне прислали фотографию, где я понимала, что у него что-то с лапами. И что он не сможет без нашей помощи ничего сделать. Не плачь, мой хороший, не плачь. Он очень переживает, очень нервничает. Фильчик, Филь. Не переживай, мое солнышко. То есть... Пёс-то достаточно уже не молодой, судя по зубам, тут лет 6-7. И, конечно, сейчас столкнуться с такой проблемой, он просто не понимает, что происходит. Вот. Ну, лапки, чувствительность, видите, он дергает, есть. Если чувствительность есть, может быть, есть и шанс, что он пойдет. Мы опять в клинике Новомосковска. Они совсем новорожденные. У них еще даже не отскочила пуповина. Сейчас поедем, постараемся мы найти суку-мать.
Ну, если мы суку мать не найдем, то люди, я очень прошу, может, кто-нибудь откликнется на выхаживание щенков. Я одна просто не в состоянии справиться со всем. Сейчас вот такие вот чудо-малыши. Ну, а я просто уже, я падаю, честно. Я падаю от бессилия. Я не могу. Я не могу физически справляться со всем тем, что происходит. Помогите, пожалуйста. Я не справлюсь одна, девочки. Их четверо. Одна я просто не справлюсь.